Всем привет! Сегодня вот у нас обзор стапеля для перевозки гидроцикла или небольшой лодки. Стапель от завода Трейлер, город Ступино. Вот так вот сайт официальный завода. Так, что можно рассказать о данном стапеле? Стапель у нас полностью оцинкованный. Рама, стойки под ложементы. Ложементы здесь обиты ковролином, регулируются по высоте, то есть мы можем их чуть-чуть опустить. Ну, единственное, что я так понял, при опускании нужно будет вот эту нижнюю часть потом подрезать. То есть она, если опустишь, она будет упираться в фанеру. Вот, поэтому либо возить уже вот в таком положении. Сейчас я покажу со стороны, насколько это будет возвышаться над бортом. Тут в максимальном положении. В принципе, такое, наверное, оптимальное. Чуть-чуть над бортом получаются ложементы, как будто бы мы их на борта установили. Вот. Регулировка также будет возможна по ширине, то есть здесь стремянки мы эти ослабляем спереди, сзади и уже сужаем. Также по углу наклона регулируется. Вот здесь я ослабил гайки, здесь вот мы угол наклона выбираем, можем параллельно полу, можно взять какой-то угол. Так, давайте теперь по размеру. Длина ложемента у нас самого получается 1,5 метра, ну, 152 сантиметра. Ширина стандартная 10 сантиметров. Высота максимальная от пола, наверное, это тоже немаловажный параметр. Сейчас, одну секунду. Получается, у нас от пола мы можем на 40 сантиметров максимально приподнять ложементы. Ну, в принципе, как раз вот здесь, допустим, борт на прицепе 32 сантиметра и в аккурат получается над бортом. Комплект идет с таким вот пакетом, в котором идут все крепления необходимые. Здесь вот фиксируется, надо сверлить отверстие в фанере. Ну, это как предлагает завод. Так-то, в принципе, я думаю, можно обойтись и без сверления. На первый взгляд, мне кажется, что можно придумать какие-нибудь выходы. Это, во-первых, лодка будет стоять, она будет притянута ремнем. Ну и чтобы здесь не ходил стапель, ну, надо что-то придумать, может быть, какими-то также стяжными ремнями распереть его, чтобы он минимально ерзал здесь. Вот. Что тут еще по нему сказать? Особо тут конструкция простая, но как готовое решение, в принципе, очень интересный продукт. Если небольшая лодка или гидрик, чтобы не покупать отдельно прицеп, можно бортовой прицеп устанавливать такую конструкцию. Цена на заводе, если я не ошибаюсь, 7200-7150. Вот такая стоимость, это на официальном сайте завода на момент этого видео. Вот. Всем спасибо за просмотр.